давайте я вам на примере покажу фара Нива, как оно меняется здесь. По поводу замены лампочек, у меня видео уже было. Это вот родные лампочки, вот такие H4, вот этот цоколь называется H4. Здесь, как видите, лампы тоже цоколь такой же идет H4, которые подходят. Только здесь лампочка сразу в штекер соединяется, а здесь помимо этого еще вот эта штука торчит и плюс штекер соединяется. Эту лампочку убираем. Что могу сказать по этой лампочке? Смотрите, раньше, когда первые видео я снимал с AliExpress, закажу там, ну, тоже не дешево, я бы сказал, по 1000 рублей, наверное, лампочки заказывал. Хоть там и везде описание было, что супер-пупер, там классные лампочки, заказывал. Приходили лампочки, ставил полгода, и левая лампочка у меня сгорала. То кулер переставал работать, то лампочка начинала моргать. Я выкидывал, вторая лампочку я на свой мопед поставил. И претензии не предъявишь. На это AliExpress у нас, да? Вот. Здесь, что мы, какие плюсы? Покупаем в магазине, чек и официальная гарантия идет. По поводу светотеневой границы. Как продавец говорит, что все есть у него. Но это мы вечером с вами проверим. Здесь 6,5 кельвинов идет освещение. Также можно рамку регулировать, вот это кольцо, оно крутится. Вот, то есть когда фару вставляешь, ну, мы не будем. За счет чего идет световая граница? Вот здесь вот, видите, шторочки такие. Вот одна шторочка, вот другая шторочка. То есть они вот так стоят, свет светят, получается, и отражают верх отражателя, и получается граница. Если мы возьмем заводскую, вот если вот так вот поставить заводскую, вот чашечка, решеточка, которая отражает, видите, верх, здесь тоже самое отражает. И вторая решеточка, но здесь... Второй нету у родных лампочек. То есть это по кругу светит ближний. Да, нет, ближний, наверное, вот этот. А дальний идет по кругу. Тем самым пятном он светит. Эта лампочка, тут все написано. Это не то, что реклама бренда. Нет, ни в коем случае, не реклама. Может быть, есть и лучшие лампочки. Просто цена вот этих лампочек очень вкусная. Очень нормальная цена. По крайней мере, у ребят. У них там... ВКонтакте постоянно проходят какие-то там розыгрыши, скидки они делают. И вот просто я к ребятам заехал, говорю, как есть. Взял у них на пробу лампочки, говорю, если что, говорю, я вам привезу. Тем самым случаем я вам рассказываю и то, что у них цены нормальные, низкие цены. И претензии предъявлять по месту. Приехал и предъявил претензии. Поэтому ставим лампочка. Вставляется вот таким образом, без каких-либо заморочек, видите, в пазы пластик вставил. Да, еще чуть не забыл, вот это кольцо, оно снимается вот таким образом, снимается. Здесь идет уплотнительное кольцо резиновое. Вот в комплекте также идет два кольца уплотнительных. Теперь вот мы вставляем вот это кольцо, пластиковое вставляем, фиксируем, и после этого мы вставляем лампочку. Вот два паза, и здесь два паза есть. Давайте вот таким образом мы вставляем. Наверное, не так. Вот так, наверное, мы вставляем. Да, вот. И она у нас повернулась. То есть, если смотреть, отражатель, вот он, низ отражателя. И если в бок смотреть, то есть лампочка стоит решетками кверху. То есть, свет должен быть сейчас у нас правильный.
Но если даже граница будет неровная, то за счет лампочки можно ее поворачивать, и тем самым граница будет, ну, как надо ставить. Ну, конечно, если будет светить отвратительно, я, естественно, верну эти лампочки. И вам об этом расскажу, то, что, ну, лампочки говно. Пока говорить об этом я не буду. Ставлю как есть, вам показываю, вместе смотрим. Если нормально, то переходите по ссылочкам, заказывайте у ребят лампочки. И по моему промокоду 007 вам будут делать на эти товары скидки. Коробочку вот эту не выкидывайте. Родные лампочки, которые вы сняли, H4, вот они. Просто в коробочку положите. Вот таким образом. Закройте и уберите в бардачок. Мало ли какие случаи, достали и поставили на место родные свои лампочки. А так храниться будут здесь. Как здесь все происходит? То есть здесь штекер. Вот он штекер. Вот такая фара. То есть 3. К чему это все говорю? Сейчас объясню вам. То есть отражатель почти впритык лежит там внутри. И соединяется только здесь. Понятно, да? Если брать вот такие лампочки, Арва, с кулером идут, влагозащищенные, у них место. В принципе, вот этот штекер соединяется с этим. И отражателю ничего не мешает. Когда вы изнутри салона поднимаете рамку корректором, то вам ничего не будет мешаться. То есть вы корректором поднимаете, и если вот эта штука будет где-то там зажиматься, то корректором она не будет регулироваться. Я почему выбрал вот такие? Вот именно вот такие, с кулером. Они, во-первых, подешевле, влагозащищенные, оригинальные. Вот. И по мощности они поинтереснее. Еще есть вариант. Есть вариант вот такой. Как видите, пачка сама по себе побольше. Они подороже. Что здесь? К чему я все это показываю? Сейчас вы поймете. Здесь, ребята, набор вот такой идет. То есть здесь теплоотражательные элементы, ну, типа таких волосков. Плюс идет дроссель. То есть, если сюда все это заложить, может быть, аккуратно, если заложить, то отражателю мешать не будет. И если вы вообще гидрокорректором не пользуетесь, тогда и хрен бы с ним, как говорится, можно и эти поставить. Но смысл того, что лампы, в принципе, одной фирмы, они одинаковые. Только здесь они вот другой конфигурации идут, они подороже. Поэтому я решил ставить вот такие. По поводу установки, мое личное субъективное мнение. Вот смотрите, здесь вот соединяется штекер. Штекер можно бросить вниз. То есть сейчас у него расстояние, видите, сколько, да, позволяет тянуться. Если бросить его вниз и поставить отражатель, то когда вода будет сюда... Ну, дождь, там едешь, все равно же вода попадает. Возможно, в контакт попадет. Это мое мнение, что поднимаем кверху его. Так, вот так фара, да? Вот смотрите, кверху поднимаем. И только потом ставим отражатель. И у нас получается, сам штекер над лампочкой висит. Понятно, да? Над лампочкой. А если его бросить, он будет внизу. Ну и вода будет постоянно попадать. Возможно, что в штекер быстрее окислится, будет там замыкать или что-то. Но это мое мнение. Сейчас я одну лампочку поставил, вторая стоит родная. Давайте посмотрим в дневное время разницу. Ближний свет. Это ближний свет. Дальний свет. Ближний свет. Дальний свет. Пока вот разбираю вторую фару, есть преимущества, плюсы и минусы вот этих вот лампочек с кулером. А лампочка с кулером, она гудит. То есть кулер постоянно крутится. И слышно даже, как кулер крутится.
Вот в этом минус. Ты смотри, как ободки присохли. Вот. Если брать с волосками, с отражателями, шума не будет. Это вот один из них плюсов. Но они дороже. И плюс места здесь меньше будет. Но, как и повторюсь, если не пользоваться гидрокорректорами, то и можно и с ними поставить. А так, по мощности, по кельвинам они одинаковые. Цена, сами понимаете, цена играет роль. Поэтому я остановился по качеству одинаковое, но подешевле. Но и с кулером, чтобы охлаждало. Ребята, еще что я у них приобрел, вот такую балку. Это, сейчас вам скажу, что это такое. Вот, смотрите. Читаю. Диодная балка S2 120 Вт. Размер 50 сантиметров. Идет крепление. Вот. Вот в такой коробочке. Тоже гарантия непосредственно в магазине. Не какой-то AliExpress. Может быть, они оттуда и заказывают, но цена-то приличная. Короче, дальний, а здесь как бы они рассеивают. Ну и вот, пока не ставил, хочу спросить вашего совета, куда бы ее поставить. Вот именно если вот в такой конфигурации машина, смотрите, если сюда поставить, ну, в принципе, смотрится неплохо. Вот, да? Смотрится неплохо. Но проблема. Зима, снег. Не будет ли он ее ломать? Прошу совета, куда поставить. Это небольшая балка, которая светит. Но как дополнительный свет. Цена в розницу 1600 рублей у них. Вот на момент покупки. Вот. Или вот такой вариант. Смотрите, вот сюда поставить. Я капот специально открыл. Посмотреть, будет мешать, не будет мешать. То есть на решетку, если вот так поставить, то есть даже если снег толкать, мешать ничего не будет. Я думаю, что вот здесь будет вообще шикардосно, да? И свет будет классно. То есть у меня получится в бампере светодиоды стоят, в фарах светодиода и вот это вот. Потому что осень скоро наступит, зима, влага, дорогу нифига не видно. А вот с такой конфигурацией будет нормально, но и для покатух будет, я думаю, классно. Прошу, чтобы вы написали в комментариях, как будет лучше.